Персонаж Оскар. Это главный герой мультфильма «Оазис Оскара». Оскар – это ящерица. Одна из самых удивительных особенностей ящериц – это, конечно же, ее способность отбрасывать свой хвост в экстренных ситуациях. Отброшенный хвост продолжает какое-то время извиваться, чем отвлекает врага, а ящерица успевает за это время скрыться. Со временем хвост у ящерицы отрастает снова. А еще бывает так, что отрастает не один, а целых два или даже три хвоста. Персонаж Харчи. Это животное называется гиена. Гиены имеют отвратительную репутацию падальщиков. Однако это не совсем так. Более 80% их рациона составляет добыча, а не падаль. Гиены живут в стаях, где царит матриархат. Стаями они могут часами гнать свою добычу, выматывая ее. При этом способны развивать скорость до 65 км в час. Челюсти гиены – одни из самых сильных среди млекопитающих. Они способны перекусывать даже самые прочные кости, например, берцовую кость жирафа. Поппи в мультфильме, а в реальности это лисица Финёк. Финёк – это самая маленькая лиса в мире. Высота в холке не более 20 сантиметров, при этом уши длиной до 15 сантиметров. Большие уши позволяют улавливать малейший шорох своей добычи, а также для лучшего охлаждения тела в дневную жару. Следующий герой мультфильма по имени Бак. В реальной жизни это птица-стервятник. Стервятники в основном питаются падалью. Они не боятся людей и иногда даже поселяются около населенных пунктов. Персонаж Рокко. Это собака. Лаура. В реальной жизни ящерица зеленого цвета. Персонажи курочки в мультфильме. Это обычные курицы в реальной жизни. Курицы представляют ценность для человека в виде яиц и вкусного мяса. Сурикаты в мультфильме. И они же сурикаты в реальности. Это удивительные животные Африки, которые могут долго стоять на задних лапах, используя хвост в качестве третьей подпорки. Ученые выяснили, что сурикаты – самые жестокие млекопитающие. Каждый пятый сурикат погибает от лап себе подобных. Один из второстепенных персонажей – это самка крокодила. Узкая и длинная морда указывает на вид гигантский гавиал. Это самый редкий вид крокодилов, находящийся под угрозой исчезновения. Для человека они не представляют большой опасности, так как очень медленно передвигаются по суше. Персонаж скунс. Животное скунс – вполне миролюбивое и дружелюбное создание, которое могло бы стать домашним любимцем. Но почему же он так не популярен? Ответ очевиден – это его знаменитый запах. Зверек наводит хвост на своего врага и выбрасывает струю жидкости, которая поражает цель на расстоянии до 3 метров. Струя обладает удушающим эффектом. При попадании в глаза возможна временная слепота. На этом все. Подписывайся на канал и до новых встреч!